Рыбаки на льду у Севкабель-порта флегматично наблюдали за спасателями, которые гонялись за нетрезвой дамой. Девушка, размахивая сумкой и одеждой, весело удирала от вездехода на воздушной подушке, который выписывал круги, лавируя, подобно летчику Чкалову, между сотрудниками МЧС, рыбаками и дамой. Несколько спасателей пытались поймать прыткую петербурженку. В итоге им это удалось. Даму на вездеходе увезли на берег и передали врачам-наркологам. Марафонщице 29 лет. Судя по кадрам, она в неплохой физической форме.